Накануне в Серпухове прошло очередное заседание комиссии по работе с долгами перед ресурсоснабжающими организациями. В феврале жители Серпухова оплатили 89% счетов за жилищно-коммунальные услуги. Это ниже, чем в предыдущие месяцы. Есть задолженность перед ресурсниками со стороны предприятия. В общей сложности долг перед теплосетью за горячую воду и отопление вырос и составил 338 миллионов рублей. Откладывает отпечаток на такой низкий процент – это выпадающие, которые не предъявляются населению. Если посмотреть на динамику задолженности, то, конечно, как мы и предполагали на предыдущем совещании, тенденция роста. Взысканная за последний месяц задолженность составила 29 миллионов. Однако сумма поступающих платежей не покрывает текущих расходов теплосети и водоканала. Управляющие компании продолжают подписывать соглашение о реструктуризации задолженности, направлять должникам претензионные письма и исковые заявления в суд. В феврале их было подано 183 на сумму порядка 20 миллионов рублей. В службу судебных приставов передано 300 дел. В квартирах 52 неплательщиков отключили электроэнергию.